Все, ребят, пойдем за мной. Это Привет. Была приятная встреча. Приехали ребята из ФК «Лидер», если не ошибаюсь. Поэтому классно провели время, ребята были довольны. Вот, были соревнования, конкурсы и футбол играли. Так что было приятно провести время. Ну, конечно, дети заряжены энергией. Хочется выбросить эту всю энергию на поле. И мы их подбадривали, помогали. Так что, я думаю, им очень понравилось. Для детишек это приятно и весело провести время с профессиональным футболистом, тем более сборной России. Я думаю, то, что им очень понравилось, и даже та команда, которая проиграла. Это всегда приятно, да, когда дети приезжают, тем более нужно им дать хорошее настроение. Надеюсь, они запомнили этот момент. И даже мы, профессионалы, выделили несколько ребят, потому что на самом деле в таком возрасте дети достаточно обладали хорошими качествами, поэтому пожелали им удачи, конечно же, после всего мероприятия и поблагодарили их за это время, проведенное с нами. Ну, конкурсы были легкие, попасть в урну, остановить мяч около фишек и собрать фишки, например, пронеся их на голове. Всех узнали, конечно, да, дети подготовлены, все-таки они тоже профессионалы, можно сказать так, потому что они занимаются в профессиональной команде, хоть и детской, но они огромные фанаты, поэтому они всех узнали, да. Когда ты был маленьким, ты принимал участие в таких мастер-классах со звездами? К сожалению, нет, потому что там, где я жил, в Балашихе, тут детей мало кто на такие мероприятия в то время забирал и вывозил, поэтому... А, конечно же, что происходит сейчас, ну, время и возможности, это, конечно, очень круто, когда так дети имеют возможность приехать в сборную и провести с ними время. Спасибо, что пришли к нам на тренировку. Надеюсь, вам все понравилось. Удачи вам, успехов. Тренируйтесь, работайте. Показывайте свои лучшие качества. Будьте сильными. Давайте.